Волонтеры – это те люди, которые безвозмездно делают что-то хорошее. Меня зовут Елена, я организатор волонтерской группы. Мы именно и занимаемся помощью фронту. Мы собираем посылки ребятам, доставляем туда грузы. Наша помощь адресная. Мы раз в месяц собираем машину или даже две и везем на конкретное направление. То есть наши посылки приходят лично в руки ребятам. Помимо этого, мы еще плетем маскировочные сети. Также мы делаем блиндажные свечи. Это такая свеча, которая помогает ребятам обогреться, разогреть пищу в блиндажах. Иногда к нам в штаб приходят бойцы, которые пришли в отпуск. Они, многие, сначала не верят, что на самом деле есть люди, которые это делают. И когда они с ними знакомятся, то есть это такой взаимный, получается, стимул для того, чтобы ребята дальше на фронте понимали, что за их спиной такой крепкий тыл. Ну, в детстве я вообще хотела быть юристом, историком. Потом получилось, что я вообще стала финансистом. А потом жизнь так повернулась, что случился ковид, и не очень было понятно, что мне делать. Но я понимала, что я так больше не хочу, мне неинтересно сидеть и делать там какие-то таблички. И я пришла работать в «Единую Россию», и у нас тогда уже начиналось движение помощи. Появилось окружение, которое нам хочет помогать. И когда ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что ты без этого уже не можешь. Деятельность 24/7 получается, и даже когда ты приходишь домой вечером, ты все время в телефоне что-то переписываешься, и ночью. Но моя семья все понимает, у меня просто семья патриотов, то же самое, поэтому все понимают. На 8 марта девушкам я бы пожелала удачи, здоровья, выдержки, чтобы мужчины, которые с ними рядом, их там оберегали. И я желаю обязательно победы. Здравствуйте, меня зовут Лина Корсак, я военный корреспондент газеты «Московский комсомолец». Это журналист, корреспондент, который освещает все, что связано с вооруженными силами. То есть мы освещаем конфликт, все происходящее, также пишем про ребят, которые совершают подвиги, а там на самом деле героев очень много. В журналистику я вообще попала случайно. У меня профильное милицейское образование. Закончила университет МВД, отслужила в уголовном розыске. Я уволилась и работала сначала нештатным корреспондентом там в одном небольшом издании. И потом перешла уже официально в газету «Московский комсомолец». В 21-м году мне предложили перейти в военный отдел. У меня военная семья, и поэтому, когда это предложение поступило, я с этим вообще не задумываясь согласилась и ни разу не пожалела. Там вообще, знаете, работа журналиста вот в зоне СВО, это же не только журналистика. То есть ты совмещаешь в себе вот массу всего. И того же волонтера, гуманитарщика. То есть ты должен еще что-то делать вот здесь и сейчас. То есть пишешь и снимаешь ты на перспективу. Есть такой еще один момент, который, знаете, я там заметила, что вот, наверное, женщине там немножко в эмоциональном плане, да, ну, я не могу сказать, что тяжело, но ты не имеешь права ныть. То есть потому что если вот идут мужчины, ну, коллектив, да, и что-то там, кто-то устал или что-то у него случилось, да, он там начинает высказывать, что вот, ну, что-то, да, произошло, другие мужчины говорят, ну ладно, брат, потерпи, осталось чуть-чуть, сейчас мы там дойдем. Да? Если начинает ныть женщина, то первая реакция такая, зачем мы ее вообще с собой взяли? Вот мы же знали, что это будут проблемы. Поэтому вот, да, девчонкам в этом плане надо быть такими более стойкими. Девчонкам бы я пожелала. В первую очередь силы, терпения, особенно тем, у кого мужья, друзья, сыновья находятся на фронте. Ждать – это величайший труд. Мысль пришла вообще абсолютно внезапно. Как-то сидела, думала, у меня работа на этот момент была. Я работала санитаркой в оперблоке. И в один прекрасный момент я поняла, что у меня очень много знакомых здесь, и думаю, а чем я хуже? И вот мне захотелось именно помогать. Я сначала попала в Донецкую больницу, была волонтером.
И вот в течение месяца я поставила себе цель, что, ну, волонтер, конечно, тоже хорошо, но все-таки хотелось быть на контракте и вот дальше связать свою жизнь именно вот с зоной СВО. И в итоге меня перевели к медикам, и ты уже начала общаться намного ближе с товарищами, с бойцами. И самый такой момент был для меня пока что тяжелый. Это вот мы подготавливали бойцов к штурму, делали определенные уколы и тому подобное. И вот ты с ними общаешься, смеешься, веселишься, и ты в этот момент узнаешь через каких-то пару-тройку дней, что человека больше нет. И это самое тяжелое. И в этот момент ты понимаешь, что бойцам нужна поддержка, а потом уже, ну, потом уже мне. Первое – это нужно сопроводить бойцов по больницам, проконтролировать все вот эти вот моменты, как их осматривают, что у них вообще, что за ранение, чтобы знать. И в этот момент нужно бойцов поддерживать. То есть если ты будешь там вся сидеть расклеенная, грустная, печальная, то и у них будет такое же состояние. И самое главное, не падать духом. Ну, вообще, раньше я бы сказала, там, счастье, здоровье, женского счастья, но сейчас я скажу в первую очередь мирного неба. И если у вас, дорогие девушки, есть какая-то мысль поменять свою жизнь или пробовать что-то новое, дерзайте, но при этом не забывайте про свою честь и достоинство. Это самое главное для девушки. Работает у нас девушек немного, именно в нашем подразделении. А так я знаю, что, в принципе, тема женщин на СВО, она распространена вполне. Не знаю, очень спонтанно получилось. То есть и спонтанно, но это взвешено. А так, чтобы вот прям собраться и поехать, это получилось как-то в один день. Я просто купила билет, села в поезд и решила, что все, пора. Когда приехала, для меня было дико взрывы, то, что камикадзе летают, пули над головой стреляют. Это все было страшно. Дома ждет 4-летний сын с бабушкой, с тетей, с сестрами. Оставить, на самом деле, было очень тяжело. Кошки на душе скребли. Я переживала, как он будет, потому что у нас своя особая связь. И мы постоянно были вдвоем, а тут пришлось вот, ну, расстаться на какое-то время. Чувство долга, оно пересилило, и я знаю, что он у меня мальчик крепкий, дождется, вытерпит. Все-таки он у меня будущий мужчина, защитник. Дождаться тех, кого ждут. Побольше счастья, любви. Наверное, побольше моральных сил и возвращения домой. Добрый день, я Эльмира Старикова. Я старшая медицинская сестра 21-го отделения неотложной хирургии госпиталя Борденко. Это главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Старшая медицинская сестра занимается в основном организационными вопросами. Основная, наверное, трудность – это вот психологическое состояние. Уметь ставить себя на место пациента, представлять, что это происходит с тобой, и тогда ты начинаешь немножечко по-другому относиться к больному человеку. Самые трогательные моменты – это когда тяжелый пациент выздоравливает. Он приехал на каталке к нам, да, а уходит своими ногами. Раньше были сестры милосердия. Наверное, не просто так их назвали, потому что милое сердцу. Раньше было много войн, да, и они приходили к воинам, именно к мужчинам. Неважно, к молодому, к пожилому. Человек оживает, он окрыляется, ему хочется жить. Мы для этого и поставлены, ну, медицинские сестры, чтобы в первую очередь, наверное, психологическую сторону направить, успокоить, там, где-то погладить, где-то и отругать. И они нас понимают. Я на работу иду всегда как на праздник. Я всегда верю в хорошее, верю в лучшее. И плюс у меня очень много друзей, которые поддерживают меня. Ну, также я знаю там за спиной поддержку уже и дочки, и, ну, и самое главное, мамы. Когда уже становишься сама мамой, взрослее, понимаешь, что
Все равно на наших женских плечах это все держится. Я бы пожелала всем женщинам мирного, солнечного неба, и чтобы в их жизни были только искренние люди, друзья, подруги, и все выполняли все люди бескорыстно.